Комплект нового рентгендиагностического оборудования Солнечногорска ЦРБ получила еще в сентябре прошлого года. Это стало возможно благодаря федеральной поставке в рамках нацпроекта «Здоровье». Несколько месяцев ушло на ремонт и подготовку нового помещения рентген-кабинета. И вот долгожданное открытие. Новая аппаратура существенно облегчит работу рентгенологов. Удобно будет работать. Стол плавающий, очень удобный, подвозить, допустим, тяжелые больные с приемного отделения прямо сюда, на каталочках. Можно и на каталочках снимать, можно и на стол переложить. Это второй кабинет рентгенов ЦРБ. Его открытие медики называют не иначе, как глотком свежего воздуха, поскольку поток больных в рентген-отделении очень большой. Поступают круглосуточно тяжелые больные. Помимо этого снимаем больных из семи этажей, то есть семиэтажный корпус. Больные из инфекционного отделения все сюда идут в один кабинет. Конечно, это одному аппарату справиться нереально. Нам этот аппарат нужен был как воздух. А вот новый передвижной рентген-аппарат. Его можно использовать для снимков тяжелых больных, которые не могут дойти до кабинета. Также в комплекте дозиметр облучения и новый немецкий проявочный аппарат. По словам рентгенологов, он существенно экономит время. Раньше, чтобы проявить снимок, его надо было вручную погружать в несколько отсеков с реактивами, а потом вывешивать сушиться. Вся эта процедура занимала около часа. Новый аппарат выполняет всю эту работу за 2 минуты. Таких по федеральной поставке ЦРБ получило 2. Второй для поликлиники еще даже не распакован. Руководство больницы обещает, что новый рентген-кабинет начнет функционировать уже на следующей неделе.